Сейчас мы находимся рядом с созданием дворца Жастар. Дворец Жастар является памятником архитектуры советского периода, а именно советского стиля функционализм. Автор проекта – архитектор Анатолий Полянский, будущий председатель Союза архитекторов СССР. Данный проект проектировался Центральным научно-исследовательским институтом экспериментального проектирования лечебных и курортных зданий. В проекте участвовали архитекторы Кирилл Миронов, инженер Целина Хутина и художники Дмитрий Маврикиевич Мерков. Здание интересно своей архитектурой и также синтезом искусств, то есть помимо конструктивных и архитектурных решений в интерьере данного дворца очень удачно были использованы монументальные работы. Это росписи Дмитрия Мерберта, Нелли Мироновой. Также хорошо было решено пространство перед дворцом. Здесь были известны многим целиноградцам фонтаны, которые продолжались через проспект Республики, в то время проспект Целинников, по улице нынешней Омарова. То есть все пространство перед дворцом было решено как парадное пространство, спроектированное для горожан. Это фонтаны, которые в летнее время создавали прохладу, были место притяжения для горожан. И дворец вот на протяжении последних 45 лет он является главным местом для городской молодежи в старом городе, для того, чтобы сходить на какие-то мероприятия, участвовать в кружках. В проекте имеется большой плавательный бассейн. Также сейчас, вот с 1 марта этого года, здесь проходит ремонт, и капитальный ремонт призван модернизировать здание, демонтировать инженерные сети и таким образом позволить этому зданию и дальше продолжать служить горожанам.